Поехали. Гоша Гачевар? Срань! Черный круг древних богов. Затопить богов или снискать их расположение — это место создано, чтобы выразить им свое почтение. Горгород, уничтожить людей, жаждет жертвы человеческой жизни. Сильван, богиня любви и плодород, желает больше всего акта любви в ее имя. И чё? Наполнить свое ритуальное жертвоприношение, проявить любовь, молиться. Проявить любовь? Кстати, по лору игры девочке 40 лет, если кто не знал. Она просто карлик. Она дворф. Девочка не хочет. Ишь, птица важная, блядь. Ха. Ну ничего, раз она не хочет, тогда мы ее убьем во имя богов. Девочка немного сопротивляется. Тогда жертва, твоя близость с Грогоротом растет. Это была убита девочка. Ладно, идем дальше. Да что не так, блядь? А что не так? Она в прошлой битве даже урона не нанесла. Череп забери. А я могу череп забрать? Серьезно? Это была убита девочка. А не, я больше ничего сделать не могу. Съешь ее тогда. Но если бы можно было. Я не понимаю, чего вы выкабениваетесь там. Чего вам в чате не нравится? Я, кстати, как-нибудь вообще лучше стал? Чел, я, конечно, люблю в чате пошутить про Гитлера и Палестину, но тут даже мне плохо стало. Социопат ебучий. Да чё сразу социопат-то ебучий? Чё сразу социопат-то ебучий? Что я не так сделал? Вот давайте, что я не так сделал? Все нормально, ребят, это внутри игры. Это же игра всего лишь. It's just a game, relax. Пендер 1 поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает: дорогой дневник, надеюсь, у меня нет слов, чтобы описать всю боль, которую я испытываю сейчас. Недовольство растет, надежда падает, народ вас ненавидит. Ты серьезно хотел сначала трахнуть девочку? Нет! А потом еще и надругаться после убийства хотел. Нет, это... Сатанит ты адский. Да что вы начинаете-то, блядь? Что вы начали-то, блядь? Народ! Народ! Да что вы начинаете? Отведешь маленькую. Ну, если я сдохну, то ладно, я, может быть, потом с ней сделаю что-нибудь другое. Я просто проверяю, что игра мне может предложить. Ничего я не хотел над ней надругаться. Вот видите, эта же игра не позволяет. Я как бы это предчувствовал. То есть я умею читать игры. Вот. А насчет отвести... Отведешь маленькую чудовище в Винницу? Ладно, отведу в следующий раз. Че ты задолбал? Почему? Чтобы баба не сделал. Вы его же водром называете. Вадим абсолютно несправедливо и небосновано. На 150 рублей. Согласен. Сообщает. Ну это пиздец полный. Бепс, ты ведешь себя 14-летний школьник, аморал. Не буквально правда. Никому здесь это не нравится. Ты просто как свин себя ведешь. Да даже что? Мы тебя не подталкивали на это. И при этом смеешься. Да в смысле? Ну игра что мне позволяет это сделать? Это не преступление, если игра позволяет это сделать. А потом он ещё возмущается. Нет, чатик. Хватит называть меня вашим маньяком и каловым маньяком. Я не такой. Так я не такой? Я реально не такой. Так тесака на тебя. Не-не, я девчонку не трахнул, я ее в жертву принес. Вы что-то путаете, ребят.
Все нормально, ребят. Значит, как, блядь, главного героя чел с булавой до смерти затрахает? Это хихи-ха-ха, блядь. А как Бэпс приносит девочку в жертву, то сразу моралфаги. Ой, Бэпс, ну ты и свинтус, нахуй. Как так можно? Как тебя эта земля носит только? Ой, ребят, вы либо крестик снимите, либо трусы наденете. Что началось? Это другое. Да, это другое. Конечно. Этой маленькой девочкой был Бриня. Это не Бриня. Я просто изучаю игру. То есть, вот я понял, мне не особо много чего дали. Ладно, а что будет, если я нырну в толчок? Выгребная яма. Твоя лодыжка побаливает после падения. Ты по колено в испражнениях. А! Мне отсюда не выкарабкаться, в принципе, да? Похоже, что прыгать сюда было большой ошибкой. Серьезно, я просто останусь, блядь, в толчке? Стены покрыты слизью, все возможно, мер в мерзости. Это бессмысленно, тебя не получается ухватить, за что, похоже, прыгать сюда было большой ошибкой. Там тебе и место. Правосудие. Да что значит правосудие, блядь? Тут точно есть какой-то выход. Блять. Тебе эту девочку будут припоминать всю оставшуюся жизнь. Ты совершила ошибку хуже теста на фашизм. Попытался изнасиловать. Неправда. Голову ребенку, которого до этого и так пытали. Я ничего я не делал, блять. Я вообще в толчке оказался. Да я не могу факелом поджечь, ничего я не могу использовать. Туда идти видно. Жестокого социопова посадили в параж. Блять, да... Народ, это не смешно, ладно. Ладно, чат, я обращаюсь к вам за помощью. Как выбраться из толчка? Давайте, я обращаюсь за вашей помощью. Никак. Никак. В смысле, блять, никак? Никак. Никак, загружайся. Блин. Да, блядь, народ, я не хочу в толчке сдохнуть. Блядь. Это рофл от разрыва. Какой еще рофл?